В Лионе завершается традиционный праздник света. 4 дня, когда центр города по ночам освещается огромными световыми шоу. В воскресенье, в католический праздник непорочного зачатия Девы Марии, на подоконниках лионских домов зажигают свечи в память о религиозных истоках фестиваля. Эти свечи – благодарность Марии, которая, как считается, в 17 веке уберегла Лион от чумы. В воскресенье из города уезжают туристы, число которых в эти дни обычно превышает население самого Лиона. Например, в этот раз их приехало 4 миллиона, в 2,5 раза больше населения всей лионской агломерации. Поэтому последний день праздника, понедельник, считается посвященным только самим горожанам.